Здравствуйте, сегодня мы находимся в Эйлате. Эйлат – это самый южноизраильский город, расположенный на берегах Красного моря, граничащий с Египтом и Иорданией. Замечательное Красное море, красивейшие пляжи, красивый коралловый риф, хорошо развитая туристическая инфраструктура, отличные гостиницы, новый аэропорт. Превратили Эйлат в туристический центр Израиля, любимый как жителями Израиля, так и нашими гостями. Сейчас мы находимся на одном из самых лучших пляжей Эйлата. Он называется Golden Beach, Хофазаав, Золотой пляж. Кому как удобно, на каком языке кто разговаривает. Это, на мой взгляд, один из самых лучших пляжей. Он находится недалеко от иорданской границы. Вот. И здесь всегда много людей, почти всегда много людей. Посреди недели, в принципе, здесь неплохо. Но вот в выходные, конечно, людей очень много. Начало июля, но день, конечно, сегодня очень жаркий, температура перевалила за 45 градусов, и на пляже остались самые стойкие.
теплое, спокойное море. Практически весь год одна температура воды от плюс 22 до плюс 25. Ровный, не сильный ветер, прозрачная вода, красивые пейзажи. Привлекают множество людей, любящих заниматься водными видами спорта. Нам очень нравится Эйлат, и несмотря на то, что поездка довольно длинная, от нас до Эйлата 430 километров примерно, время от времени мы возвращаемся сюда. Нам очень нравится Красное море и местные пейзажи, замечательные люди, отличное обслуживание. Ну, Эйлат оставляет о себе только приятные впечатления. Спасибо всем, кто смотрит мои видео. До новых встреч!